decision, Герех. Извини.
Ветер крепчает. Нехорошо. Надеюсь, сено цела. Oh!
Но! А это Гор, бог-сокол, великая тьма, владыка неба, солнце — правое око, а луна — левое. Его полет по небосклону вечен, и день сменяет ночь. Око Гора — это же символ Меджаев. Да, Хему. А фараон — Гор, да? Да, сынок. При жизни фараон — это Гор, после смерти Осирис. Так что фараон правит не только Египтом, но и всем миром. Если это истинный фараон.
Grrrr.
Место хорошо охраняется. Ah.
Эй, ты! Это странно. Умри! Эй, ты! Стой!
тупица! Ты что делаешь? Что это? Тупица, что ты делаешь? Thank you.
Не знал, что у меня... Разбойники скоро вернутся, братья. Стоять будем насмерть. Давайте оставим им пару шрамов на память о нас. Мы с тобой, Рай. Надоело всего бояться. Мы давали кровную клятву и не нарушим ее. Если от нового шлема болит голова, вотри в голову сок алоэ и съешь пригоршню маковых семян. Пару недель назад меня только это и спасло. Он-то был ничего, но его конь покусал троих наших, когда те к нему сунулись. Одному палец откусил, другому ухо. Зачем вы прячетесь в руинах? Миджай, боги все-таки сжалились над нами. Меня зовут Раи, и это все, кто остался в живых. Разбойники захватили наши земли. Нам больше некуда идти. У нас ничего нет, но эти мерзавцы все равно продолжают преследовать нас. Я видал многих. У бандитов ни стыда, ни совести. Скольких они убили? Моего отца и сына. Мы единственные в деревне, кому посчастливилось выжить. Злодеи вернутся, чтобы добить нас. Останься, Миджай. Помоги отомстить разбойникам. Месть — мое кредо. Я помогу. Каков план? Неподалеку отсюда есть скала. С нее открывается отличный обзор. Там мы составим план. Пойдем же. Тут полно опасностей. Не разбойники, так гиены или еще кто. Слава Ра, отец научил меня стрелять. Хороший лук. Необычная выделка. Когда отец отдал его мне, оказалось, что он длинноват. Ох, и дразнили меня мальчишки. Грустно смотреть на этот лук. Он напоминает мне об отце. Ты заметил, что там у входа? На стене были... Видел. Это символ Гора. Немного измененный. Они древние. Что это за место? Уверенно бежишь, Раи? Я знаю эти места. Они напоминают мне храм. А что за ожерелье у тебя на шее? Старый череп орла. Пусть принесет нам удачу. Боги, как красиво! Жаль, не задержимся тут. Так, нужно собраться, составить план. Откуда бы ни пришли бандиты, мои братья устроят им ловушку в руинах. Я останусь на этом месте.
дам сигнал, как увижу их, а потом нападу с тыла. Не обижайся, Раи, но вы не солдаты. Эти бандиты – убийцы. Не уверен, что твои друзья-крестьяне выживут. Я знаю, Баек. Я и сама боюсь до смерти. Просто постарайся меня понять. Мою семью убили. Я должна отомстить за нее. Поверь, я понимаю. Сразимся вместе. А пока я вернусь к остальным. Поторопись. До подножья горы путь не близкий. Меджай, не знаю, как тебя благодарить. Ты послан богами. Меджай, ты вернулся? Да, Рай останется наверху. Она даст знать, когда увидит бандитов. В руинах узко. Нужно поставить ловушки. Огонь и масло, пожалуй. У вас есть что-нибудь? Огонь? Хорошая мысль. Да, есть. Тут, рядом. Хорошо. Идите на крышу и наблюдайте. Я скоро приду. Сосуды с маслом отлично подойдут для ловушек. А еще мне надо поговорить с братом Раи, как буду готов. Я думал, Меджаи исчезли. Ты дал мне надежду. Я готов. Ну что же, ждем. Вон они! Разбойники здесь! На куски порву! Тебе кишки! Тебе не уйти! Отна! Буду стрелять! Устал? Он мой! Прибью его! Сюда! Скорее! Тебе надо было решать, но теперь уже поздно. Мы справились. Опасность не миновала. Они вернутся. Им был нужен лук отца. Что? Это все из-за старого лука? О, боги! Это немыслимо. Я бы отдала его им. Может, еще не поздно. Вас бы все равно убили. Есть только один способ покончить с ними. Я должен найти их главаря. Разбойники пришли с юго-востока. Их лагерь может быть где-то среди холмов. Значит, там я начну поиски. Баек, пока ты здесь, вот, возьми лук. Так будет лучше для всех нас. Он пострадал в бою и сейчас лишь навевает на меня грусть. Уверен, он все еще мощный. Это большая честь. Лук египетский, но похоже, что он очень старый. Какой идеальный баланс. И как легок. Плечи из странного черного камня. Что-то знакомое. Займусь луком, когда разберусь с главным негодяем.
Но! Почему наши еще не вернулись? Их же не могли убить. Так ведь? Кучка копающихся в грязи... Что ты делаешь? Так... В чем там дело? Сюда! Скорее! О, нет. Да. Какая утрата? Прикрывай меня! Уже иду! Что? Политика сподвигает всех на глупости. Эй, что? Сдохни, тварь! Выпущу тебе кишки! Письмо этого мерзавца. Он собирает старое оружие. Он так хочет этот лук, что готов убивать. Но почему? Его здесь нет. Они скрываются в ближайшей гробнице. Думают, их там не найти. Ну, друзья, я иду.
Считаю. Релу. А вот и гробница. Главарь бандитов осел здесь. Боги. Какая древность. И какая необычная работа по камню. Знаки похожи на те, что на луке Раи. Камень. Реликвия богов. Я знал, что в этих горах спрятано сокровище. Но это... Я впервые вижу подобное. Это достояние самих богов. Мы продадим камень в Крокодилополисе. Покинем это гиблое место. В этой гробнице полно черных камней. Не привлекать внимание. Эй! О, боги! Это безумие! Что? Эй, что? Алчный, кровожадный негодяй. Больше он не потревожит крестьян. Он нес осколки черного камня. Видимо, нашел в гробнице. Из него же сделаны плечи лука Рай. Подходит. Получилось. Теперь лук как новенький. Thank you.